Впервые в этом году в правительстве обсудили поправки в бюджет. Доходная часть в 2022 году выросла почти на 6 миллиардов рублей. 5 миллиардов из них – федеральные субсидии. Налоговые и неналоговые доходы составили около 56 миллиардов. В сферу образования будет вложен 1 миллиард. Главный финансовый документ остается дефицитным. Вы знаете, что в прошлом году нам были выделены средства в размере 175 миллионов рублей на капитальный ремонт 6 школ в регионе. Соответственно, с учетом областных средств общий объем финансирования составит почти 400 миллионов рублей. Кроме того, будет продолжена реализация национального проекта образования. Туда будет дополнительно направлено 258 миллионов рублей. На 185 миллионов рублей будут производиться ремонты в учреждениях образования, в школах, в детских садах. Более 400 миллионов рублей будет направлено в сферу здравоохранения. В эту сумму входят расходы на содержание и ремонт медучреждений. А почти 100 миллионов вложат в ликвидацию аварийного жилья. Такая же сумма заложена на строительство домов для детей-сирот. Конечно же, не обойдется поддержка реального сектора экономики. Более 600 миллионов рублей пойдет на поддержку сельского хозяйства. Из них более 500 миллионов рублей – это федеральные средства, пойдут на развитие программы мелиорации сельских земель. Не забыли и о ремонте местных путей сообщения. В дорожную инфраструктуру вложено 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Поправки в бюджет одобрили на заседании. Принимать поправки в финансовый документ будут в законодательном собрании Ульяновской области. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Улправда ТВ.